Вот она, школа. International Learning School. Вот эти босые ноги. Скользкий белый поребрик. Вот тут дети. Кстати, это все футболисты. Вот эти два парня. Hey, what's up, guys? You play soccer today? Play football? You don't have a ball? Why not? No ball. Some friend is talking. Yeah. Yeah. Miron has the ball. You can ask him to bring. Yeah, he has 5 balls in the house. He's a big shot. What do you say? Красный? Красный? All right. Вот, этот последний папа, который забирает своих детей. Вот площадочка, здесь дети играют футбол, волейбол. Здесь проходит лапта у них какая-то английская. Ну и здесь вот они когда делают вечеринки. Ой, ты какие маленькие детишки, одни остались. За колючим забором. Еще эти пальмы, конечно, хорошая вещь, да? Вот те. Вот школа. Вот они хотели еще эту школу взять, но что-то с ней не вышло. Офис. О май гад, не заметил меня? Тебя заметил, а ты меня не заметил. Это недовольный человек жизнью, я смотрю, у него что-то не срастается, да? Привет. Этот довольный, молодец, у него срастается, все улыбается, уголки губ вверх. Ножками трясет, рубашка грязная, все хорошо, парни. Ой, да как удивился, прям вообще, ты валялся в земле, наверное. Нет. Это стелька себе махает. Все прекрасно, ребят. Вот у них тут немножко этого. Такая школа большая. Вот. Вот директрисочка. Не знал. Нотисборд, всякие activity, schedule, mental illness какой-то, это не про что. So idea, да? Small snap, dance, skater. Вот танцы для детей. After school activities. Какая-то вилла. Как не мешало бы немножечко его знать. Вот учителя. Учителя этой школы. Они такие красавцы. Из Англии, из Таиланда. Учительница и учитель, директор школы Амадей, прекрасно говорит по-тайски. Пожарная безопасность, хорошо, класс. Арт какой-то черный. Вообще неплохо. Класс, савадига. Это для маленьких классов, для больших. Савадига. Вот Мирона, классик. Муви. Савадика. Савадика. Савадимай. Савадика. Мирона, классик. Вот Мирон тут учится. Так что вот. Столовая. Это для маленьких детей. Ну и так далее. Это не самая лучшая школа по самой. Так что у вас теперь есть небольшое представление.